Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и сегодня мы сделаем один любопытный эксперимент, и я надеюсь, в этот раз правильно его объясним. Для эксперимента нужна очень простая установка. Это пробирка, она закреплена на штативе горизонтально, и примерно в трети от ее конца находится достаточно длинная пробка из стальной ваты. И рядом со стальной ватой, со стороны открытого конца, накручена тряпичная ленточка, она смочена в холодной воде, и это будет у нас холодильник. А теперь я беру газовую горелку и начинаю греть стальную вату с противоположного конца. Это у нас будет нагреватель. И вот через некоторое время пробирка начинает гудеть. Гудит она довольно громко. Частота гудения составляет 482 Гц. Гудит она некоторое время, когда я убираю горелку. И наша задача состоит в том, чтобы объяснить этот эффект. И я начну с совсем простого опыта. Пробирка уже остыла. Я беру ее в руки, вытряхиваю вату и дую в торец пробирки. И она гудит на частоте 456 Гц. Довольно близко к тому звуку, который мы видели в опыте с ватой и горелкой. Ну, давайте посчитаем длину волны этого звука. Значит, надо скорость звука 340 метров в секунду поделить на 456 Гц, и у нас получается длина волны 74 сантиметра, а длина пробирки 18 сантиметров. Это примерно в 4 раза меньше. И это означает, что у нас в пробирке во всех этих опытах звучали четверть волновые колебания. Такие, что воздух входит и выходит в открытый конец пробирки, а на закрытом конце он не движется, но зато в этом месте образуется пучность давления. Давление то увеличивается, то уменьшается. Но как связаны эти колебания, собственные колебания пробирки, с тем звуком, который возбуждался с помощью горелки? Об этом нам надо сейчас подумать. И я должен сказать, что звуки на собственной частоте колебаний воздуха в пробирке звучат там все время. Только они очень тихие, и мы их поэтому не слышим. Но они там есть. И это подобно тому, как мы представляем раковину к уху и слышим так называемый шум моря. Ну, у меня раковины под руками нет, но есть кружка. Я ее представляю, вставляю небольшой зазор и слышу шумы. Но эти шумы – это просто звуки, которые звучат вокруг нас, а кружка их усиливает на той частоте, которая соответствует вот этому резонатору. И то же самое происходит и с пробиркой. А сейчас я сделаю еще один опыт. Я беру микрофон, мы включим белый шум и посмотрим, что будет видно на спектрограмме. И никаких выраженных пиков на каких-то частотах не видно. Имеются колебания на всей этой области от 0 до 1200 Гц, ну и, наверное, еще и дальше выше. А теперь я помещаю микрофон внутрь пробирки, туда, где давление, как я уже говорил, максимально, и мы снова включаем белый шум. И вот мы видим ярко выраженный пик, все на той же частоте 460 Гц. Но во всяком случае мы поняли, что пробирка вылавливает из окрестного мира те звуки, которые соответствуют ее собственной частоте, и как резонатор усиливает их. Так что пробирка действительно всегда гудит на собственных частотах. И теперь нам надо понять,
каким образом она взаимодействует с нагретой ватой, как этот неслышимый звук становится слышимым и громким. А для этого мы сначала должны понять, что происходит с температурой воздуха в пробирке при собственных колебаниях столба этого воздуха, даже при вот таких. Колебания происходят, как мы знаем, на частотах порядка 500 Гц, это очень быстро, и на этих частотах воздух не успевает обмениваться теплом со стенками пробирки. Это означает, что в первом приближении эти колебания можно считать адиабатическими. Когда воздух сжимается, он нагревается. Когда воздух расширяется, он охлаждается. И вот этот нагрев и охлаждение происходят сильнее всего там, где сильнее всего меняется давление, то есть у тупого конца пробирки. А на открытом конце пробирки давление всегда остается практически атмосферным, и здесь температура воздуха при собственных колебаниях не меняется. А теперь я вставляю в пробирку пробку из стальной ваты. Накручиваю рядом с этой пробкой ближе к открытому концу тряпочку, смоченную холодной водой. Это будет холодильник. Зажигаю горелку, это будет нагреватель. И начинаю греть вату с другого конца противоположного тряпочки. И вот пробирка запела. И нам осталось объяснить это пение. И я изобразил наверху пробирку, а внизу график зависимости температуры от координаты для элемента воздуха, который в колебаниях движется вдоль пробирки. Заходит внутрь, нагревается, выходит, охлаждается, как уже было сказано. Это пока что собственные колебания и адиабатическое изменение температуры. А теперь мы ставим внутри пробирки вот эту самую пробку, регенератор, которая с одной стороны горячая, а с другой стороны относительно холодная. И этот же элемент воздуха теперь заходит внутрь, и нагревается, во-первых, адиабатически сжимаясь, а во-вторых, от того, что приходится прикосновение с более горячей частью регенератора. Значит, его температура еще повышается. Пошел назад и пошел уже не по той же линии, а потом соприкоснулся и охладился. И таким образом совершил цикл, площадочка которого не равна нулю. Разогнался, значит, эта штука у нас толкает, получается, весь воздушный столб. Этот воздушный столб снова сокращается, поскольку мы вложили в него энергию, он делает это уже сильнее. И вот тут у нас, так сказать, условно это, конечно, показываю, начинается такая раскачка. Смещение все больше и больше, соответственно, изменение температуры все больше и больше. Ну и так до тех пор, пока подкачка энергии не уравновесится с потерями. Ну и вот это вот, как бы мы вышли на предельный цикл, и мы слышим звук, соответствующий вот этим колебаниям. И понятно, что для того, чтобы тепло подкачивалось на фазе захода внутрь и отнималось на фазе выхода наружу, у нас падение температуры в регенераторе должно быть достаточно резким. Ну, во всяком случае, более резким, чем падение температуры вдоль вот этой адиабаты. А теперь настало время нашего заключительного вопроса, и он в этот раз будет таким. Когда мы делали опыт с нагреванием пробирки, она гудела на частоте 482 Гц. А когда я дул в эту пробирку, гудение происходило на частоте 456 Гц, несколько ниже. Ну и спрашивается, чем обусловлена эта разница? Ваши соображения на этот счет
пишите в комментарии под этим роликом на YouTube.